Хочу порекомендовать вам очень удачный вариант, как приготовить быстрое тесто для пирога с капустой. Мягкое, эластичное, оно прекрасно подойдет для несладкой выпечки. Это бездрожжевое быстрое тесто для пирога с капустой в домашних условиях. Отличная идея для занятых хозяек. В качестве начинки используйте заранее приготовленную тушеную капусту, как следует выжарив ее предварительно. Работать с таким тестом одно удовольствие, так что можно проявить фантазию и украсить пирог косичками, лепесточками и так далее. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. В глубокую мисочку вбейте 1-2 яйца, аккуратно взбейте вилкой или венчиком. 2. Влейте кефир, лучше использовать в рецепт приготовления быстрого теста для пирога с капустой 2-5% жирности и перемешайте. 3. Добавьте соль и сахар, всыпьте щепотку соды, гасить ее не нужно, с этой задачей справится кефир, можно добавить также немного специй, молотый чеснок или лук, паприку, сушеные травы, например. 4. Постепенно всыпайте заранее просеянную муку, количество муки точно указать сложно, поэтому добавляйте ее небольшими порциями, постоянно перемешивая. Когда тесто станет достаточно густым, можно переложить его на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и начать вымешивать руками. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. 5. Вот и весь секрет, как сделать быстрое тесто для пирога с капустой. Осталось только раскатать его, виоложить начинку и отправить в разогретую духовку. Часть теста можно использовать для украшения сверху. Вкуснее тем, кто подпишется. Нам понадобится: яйцо 1-2 штук, кефир 250 мл, соль 1 чайная ложка, сахар 1 чайная ложка, сода 1 щепотка, масло растительное 2 столовые ложки, мука 3-5 стакана, количество порций 1. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Удачи, друзья, заходите.